Нью-Йорк в центре фэшн-индустрии. Там проходит неделя высокой моды. На мировом подиуме свои работы представила и китайский дизайнер Ван Тао. Как приняли работы начинающего модельера критики мира моды в нашем следующем материале. Ван Тао – одна из ведущих китайских дизайнеров, чьи коллекции давно пользуются большим спросом у западных модниц. Она любит экспериментировать с разными материалами, создавать строгие одновременно женственные силуэты. По словам дизайнера, главным ее вдохновением является китайская культура, но не в традиционном ее понимании. Мне кажется, что китайская культура очень разнообразна, и она не обязательно проявляется в традиционных элементах. Ее всегда можно заметить, и она сразу притягивает. Показ Ван Тао на Нью-Йоркской Fashion Week поразил самых модных критиков. По их словам, многие вещи из ее коллекции станут трендом всего сезона. Я просто впечатлен. То, что создает Ван Тао, можно смело назвать высокой модой. У нее изумительный вкус. Она достойна лучших подиумов мира. Очень успешный показ. Поздравляю ее. Неделя высокой моды в Нью-Йорке продлится с 11 по 18 февраля. За это время пройдет около 80 показов от дизайнеров из 12 стран мира. Намила, CCTV.